Постановку «Биче» по пьесе современного татарского писателя Ильгиза Зайниева покажут дважды – 19 и 20 октября. Ее продемонстрируют в актовом зале нефтекамского филиала Башкирского госуниверситета на проспекте Комсомольский, 19. В зрительный зал пустят не более 30 человек, каждого из которых просят прийти в масках. Начало постановки в 19:00. Спектакль расскажет о смешных неурядицах в жизни незадачливого танцора. Актеры и режиссер уверяют, что зрителю обеспечено хорошее настроение и много смеха, возможно, даже до слез. Отметим, что это уже вторая постановка под руководством режиссера Эльмиры Алетдиновой, которую представляют в этом сезоне. Месяцем ранее на этой же сцене демонстрировали спектакль на русском языке.